В Владикавказе на капитальный ремонт трамвайных путей планируют выделить около 100 миллионов рублей. Об этом на очередной сессии собрания представителей города сообщил начальник финансового управления МС Казбек Цуков. В бюджет города дополнительно начисляется свыше 12 миллионов рублей. За счет этих средств планируют приобрести специальные машины для нанесения дорожной разметки, установить малые архитектурные формы и отремонтировать памятники по городу. Кроме того, из резервного фонда главы республики выделят 915 тысяч рублей на приобретение ручных металлоискателей.